Ну, а вот еще одна песня. Она такая песня ироническая. Я довольно много пишу иронических песен. Называется она «О поэтах и кликушах». Вернее, о тех, кто очень много разговаривает по поводу поэтов в основном. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и ни о чем не думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или били. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Слово длинношее, в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.